Яркие весенние краски и отличное настроение вместе с туникой Венера. И цена, опять же, радует. Всего 990 рублей. Ого. Артикул 87-796. Мне кажется, Саш, тут решение. Вот женщины, мы такие существа, что никогда не можем определиться. Ну вот, то ли нам горох нравится, то ли цветы, то ли гусиная лапка. Поэтому как бы дизайнеры решили нашу проблему выбора. Вот очень здорово, кстати. Сейчас обилие трендов — это также модное направление. Я была на неделе моды в Москве, я знаю, о чем я говорю, потому что дизайнеры действительно предлагают нам именно такой подход соединения принтов. Здесь и тот самый популярный классический горох, притом выверенного размера, не слишком мелкий, чтобы рябило в глазах, не слишком крупный, чтобы добавлять нам объема. Основной принт — это, конечно, гусиная лапка, которая благодаря своей асимметрии, благодаря своей геометрии очень здорово простраивает пропорционально нашу фигуру. Ну а то, как расположились здесь цветы, тоже ведь дизайнеры подошли с большим умом. Это не только яркий дизайнерский элемент, это в первую очередь расположение принта, который визуально нас тронит, потому что в районе ручек забирается объем за счет благодаря вот этим бутонам. И по низу изделия мы формируем свои бедра правильному расположению принта. Говорим огромное спасибо. Туника, которая способна сделать вас самой хрупкой, самой элегантной, самой эффектной женщиной в своем окружении. И обратите внимание, у нас не только такой цвет есть в наличии. Mm-hmm. Скоро вы совсем увидите наш подиум. Вот он, еще один цвет. И обращаем ваше внимание, зеленый цвет на нашей модели. Да. На вешалке был цвет розовый, а также есть цвет белый. И мне безумно приятно сказать о том, какая у нас размерная линейка широкая. Как часто дамы роскошных форм испытывают трудности с подбором туник, которые будут подчеркивать их роскошные достоинства и скрывать недостатки. Постоянно мы видим в обычных магазинах какие-то громоздкие решения, которые только уродуют фигуры, а мы хотим подчеркивать вашу красоту. Размеры от 54 до 64. И в зеленом цвете закончился 64 размер. Кстати, на подиуме розовый появился, а у нас-то белый. Есть, есть и есть, дорогие друзья, такие варианты. И розовый, и вот такой зеленый, и белый цвет. Как видите, основу цветов составляет та самая гусиная лапка, вернее, ее фон. Вот по ней мы и выбираем свой оттенок. Ань, мне очень нравится, что ты упомянула девочек крупных размеров, пышных форм. Моя тетя носит размер 60-62. Она всегда просит мне помочь подобрать ей одежду, но поскольку я разбираюсь в моде, я всегда с удовольствием это делаю. Но как трудно найти стоящую вещь, как сложно найти, чтобы хорошо садилась по фигуре, отвечала всем требованиям. В данном случае вот эта идеальная туника, женские редкие размеры, такие как 60, 62 и 64, пока еще остаются. Пользуйтесь этим случаем, я для тети обязательно ухвачу такую тунику, скорее всего, в белом цвете, классика, она у меня медсестра. И обратите внимание, что сейчас мы забираем длину по спинке, составляет она 85, почти 86 вот сантиметров. Да. Ведь это туника, это 56 размер, чтобы вы понимали. Поскольку это не блуза, а туника, я туники очень уважаю. Их легче сочетать с какими-то изделиями. Можно с брюками, можно с юбками, можно с джинсами, с можно леггинсами. С капли, с леггинсы, с леггинсами. Притом, благодаря такой длине мы можем еще вот так вот, например, присборить нашу тунику, чтобы сделать легкий приталенный силуэт, а можем оставить вниз падение, потому что сам крой, конечно же, очень свободный и даже немножко А-образный, будто у вечернего платья. То есть это фактически не просто туника, это и туника, и блуза, да, которая идеально сочетается с юбками, с брюками, с джинсами, с леггинсами. То есть огромные возможности у вас появляются, как только вы приобретаете эту одну вещь всего за 990 рублей. Да ваш гардероб просто раскрасится новыми ощущениями, новыми возможностями. Не упускайте это. Размеры от 54 до 64. Самые наши роскошные красавицы наконец-то смогут просто во всей красе предстать перед всеми своими друзьями, знакомыми и родственниками. 87-796 артикул данного лота. Именно эти цифры вы называете, когда звоните по бесплатному номеру. И уже продано 200 блуз. Я совсем не удивлена. Я тоже поздравляю тех, кто сделал заказ. Кстати, обратите внимание, что у нас с вами и ткань потрясающая. Это лавсан, микромасло, жидкий шелк. Я называю его именно так. Я совершенно не волнуюсь. Завязала в узел и не паришь, что называется. Притом, вот сколько мы уже времени с тобой провели. Смотрите, мы развязываем нашу тунику, и абсолютно ни одного залома не остается. Вот именно так себя ведет лавсан. Мне кажется,
кажется, это один из самых функциональных материалов. С утра постирали, вечером уже надели. Ну и вообще не мыслят, например, своего отпуска, своего лета без туники свободного кроя, выполненных из лавсана. Потому что если вы собираетесь на дачу, на курорт, если вы собираетесь восхищать, а может вы наоборот все лето в городе проведете, именно вот такая туника из высококачественного лавсана, прям палочка-выручалочка. Ой, когда говорим о курорте, как часто вот в чемодан положили, потом приехали отдыхать, а одежда такой помятая. И ничего. Утюг не найдешь. А здесь, пожалуйста, она не мнется. Это очень здорово и удобно. Если вы сегодня смотрите нас впервые, мы приглашаем вас сделать первую покупку. Цена отличная. Всего 990 рублей. Туника тянется. Она сможет сесть на любую фигуру, даже без примерки. К нам каждый день присоединяется от 500 новых покупателей. Станьте членом нашей дружной семьи телеканала «Дисконт». Сделайте свой первый заказ. Тем более, что это очень просто. Звоните по бесплатному номеру, который вы видите на вашем экране, и называйте артикул. Предоплату вносить не нужно. Оплата только по факту получения товара. У меня еще один вопрос практичный. Вот цветов здесь очень много разных. Они со временем не станут бледнее, не перемешаются после стирок. Вообще очень разумный вопрос. Мне нравится твой подход. Действительно, казалось бы, такая феерия цвета. Как за ней ухаживать? Но мы решаем этот вопрос. Мы стираем привычными стиральными порошками. Ничего специального покупать не нужно. Специальные ополаскиватели не нужны. Стираем на деликатном режиме при 30 градусах в стиральной машинке. Цвет зафиксирован благодаря плетению нити лавсана. Именно эта фактура ткани сама держит краску надежным образом. Не забывайте, пожалуйста, и о крое. Он достаточно легкий и свободный. Зона проймы тянется, а летом, мне кажется, неприятности нам в районе подмышки не нужны. Здесь мы решаем эту проблему. Вот я подтверждаю этот факт. Ну и, конечно, округлые такие разрезы по бокам визуально стройнят вашу фигуру, вытягивая ножки и делая их буквально от ушей. Да, это самый настоящий подарок. Яркое, сочное, с такими принтами, которые моментально подарят вам отличное настроение, скроет какие-то зоны вашей неуверенности и подчеркнет вашу истинную женскую красоту. Все наши дамы роскошных форм, поспешите нам позвонить и закажите тунику Венера. Цена сегодня всего 990 рублей. Это фактически и туника, и блуза. Два в одном. Неимоверное количество образов вместе с ней вы сегодня получаете.